Место, где живет душа, так говорят о вспомогательной школе номер 1 города Бреста. С этим трудно не согласиться. Здесь особая атмосфера добра и созидания. Здесь результаты работы каждого сотрудника принято измерять не размером заработной платы, а результатами их воспитанников. Эти особенные детки требуют индивидуального подхода и участия. И только поддержка и забота помогают таким мальчишкам и девчонкам чувствовать себя нужными. Очень важно и очень даже похвально и хорошо, что члены молодежного парламента обращают внимание на детей с особенностями. Любая помощь, любое внимание очень важно для наших детей. Наши дети очень с большой радостью ждут гостей, но, к сожалению, вот показать себя они не могут. Для этого нужна длительная подготовка. Вот. На сегодняшний день они могут пройти с вами в хоровод, поиграть в какую-то простую игру. Вот. Но, как правило, вот дети, которые сегодня участвуют в мероприятии, они не речевые, не говорящие дети. Молодые парламентарии Брещины приняли активное участие в республиканской благотворительной акции «Наши дети», в рамках которой посетили особо значимые социальные учреждения, среди них вспомогательные школы. В рамках акции были закуплены сладкие подарки, канцелярские принадлежности, средства личной гигиены. Но самое главное, каждый из членов молодежного парламента подарил детям кусочек своей теплоты и заботы для тех, кто особо нуждается в этом. Празднично украшенный зал, красавица-елка, новогодняя музыка – все это создавало атмосферу радости и волшебства. И, конечно, какие рождественские новогодние праздники без главных волшебников – Деда Мороза и Снегурочки. Дети с радостью встречали их аплодисментами и улыбками. Самое главное – внимание. Данные детки и родители, они, скажем так, определенные испытания, да, и, наверное, все, что могут сделать не только депутаты, да, в принципе, любые граждане, молодежь, работающие предприятия, организации, чем они могут помочь, это вниманием, помочь какими-либо, где-то, может быть, материальными благами, какими-то подарочками, это говорит о том, чтобы эти детки не оставались без этого внимания, поэтому это важно. И малейшие такие шаги, они имеют место быть, и они должны быть почаще. Время сказочной феерии пролетело незаметно. Счастливые глаза детей стали лучше благодарностью всем неравнодушным людям, которые стали добрыми волшебниками и сотворили для них настоящее новогоднее чудо. А главное, эти особенные детки почувствовали теплоту сердец, заботу и внимание.